Привет, с вами арт-студия Кристины Кирюшичевой, и меня зовут Люба. Сегодня мы с вами будем рисовать сирень. Нам понадобится гуашь фиолетовая, зеленая, стаканчик с водой, ложка, соломинка, две кисточки и прозрачный шампунь или мыло, чтобы сделать мыльные пузыри. Уважаемые родители, мы используем раствор мыльных пузырей. Поэтому, пожалуйста, смотрите, чтобы ваш ребенок случайно не выпил его через трубочку. Лист бумаги формата А3 прикрепляем к поверхности малярным скотчем. Пока я это делаю, вы можете посмотреть, какая бывает сирень. Столько разнообразных цветов: белые, розовые, фиолетовые, даже желтые. Ну вот, я уже закончила. Приготовьте сиреневую, зеленую гуашь и фиолетовую. Возьмите стакан с водой. Воды должно быть меньше, чем полстакана. Сиреневую гуашь мы смешиваем с водой. Добавляем побольше пигмента. Замешиваем насыщенный раствор. Сейчас мы с вами готовим жидкость для мыльных пузырей. Добавляем гель для душа или жидкое мыло. Хорошо размешиваем. Поздравляю вас, ребята, вы теперь умеете делать мыльные пузыри. Если вы будете пускать их по воздуху, они улетят. А сейчас я покажу, как рисовать мыльными пузырями. Я очень люблю дуть мыльные пузыри. Смотрите, сколько пены. Где моя большая ложка? А вот она. Теперь я набираю пену и аккуратно выкладываю на бумагу. Мы не делаем эскиз карандашом, просто располагаем на бумаге 5 веточек сирени. Посмотрите, как я это делаю. Когда пена заканчивается, мы дуем еще пузыри. Попросите кого-нибудь помочь вам. Пусть мама или брат или сестра дует вам пузыри, а вы будете в это время рисовать. Набираем побольше пены. Послойно формируем веточки сирени. Аккуратно набираем ложкой пену. Она очень нежная. Вот, уже 4 веточки у нас получилось. Добавляем больше цвета. Делаем веточки пошире. Ребята, а вы знаете, как называют сирень? Ее называют королева кустарников. Как вы думаете, почему? Ну, конечно, конечно, потому что она очень вкусно пахнет, нарядная, красивая, как королева. Я уже заканчиваю формировать 5-ю веточку сирени. Теперь мы приготовим фиолетовые пузыри. Возьмем фиолетовую гуашь, добавим в наш мыльный раствор и хорошо размешаем. Набираем побольше гуаши, чтобы был насыщенный фиолетовый цвет. Ребята, а как вы думаете, сколько лет живет сирень? Вы знаете, сирень отличается выносливостью и долгой жизнью. Она живет больше 100 лет. Ну вот, мой фиолетовый раствор для пузырей готов. Сейчас будем рисовать дальше. Продолжаем работать ложкой. Накладываем пену.
Скажите мне, вам нравится? Меня тоже очень затягивает этот процесс. Так интересно, что же у нас получится? Я израсходовала мыльную пену, поэтому снова дую пузыри. Посмотрите, как я работаю ложкой. Набираю пузыри и, слегка наклонив ложку, касаюсь бумаги. А сейчас вспомните, ребята, какую форму имеют цветущие ветви сирени. Да, правильно. Она напоминает треугольную форму или форму конуса, да? Широкое основание и зауженное кверху. Поэтому мы с вами постараемся передать эту форму на бумаге. Старайтесь набирать только пену, не захватывая мыльный раствор. Расскажите мне, а сирень высокая или низкая? Как вы думаете? Ну, если рассуждать, что сирень кустарник, то она должна быть низкая, правильно? Но на самом деле большинство сортов сирени вырастает в высоту до 3 метров, представляете? Это как обычное дерево. Хотела бы я, конечно, увидеть большое цветущее дерево сирени. Это, наверное, захватывающее зрелище. А какой у него аромат, сложно представить. Благодаря своей красоте сирень уже давно является источником вдохновения для поэтов и художников. Как пена прибоя, сирень вдоль домов ароматом волшебным мой вдох наполняет. Цветы всех оттенков и сказочных снов. И значит, весна уже лето встречает. Так говорят о сирене поэты. А мы сегодня с вами, как настоящие художники, передаем ее красоту на бумаге. Ребята, скажите мне, у вас получается? На этом этапе у нас получились просто цветовые пятна. Пусть это вас не пугает. Когда мы добавим зеленые листочки, картина станет яснее. Смотрите, возьмите зеленую гуашь, размешайте ее с водой на палитре. По консистенции должна получиться жидкая сметана. Для создания листочков мы будем использовать технику отпечатывания. Для этого нам нужен листик дерева, у меня это сирень. Лицевой стороной укладываем на палитру и потом отпечатываем на бумаге. Снова на палитру и на бумагу. Повторяем так много раз. Если вы заметили, листочки не отпечатываются полностью. Именно это создает объем. Они выглядят как настоящие. Мы делаем отпечатки листов в центре, формируем букет. У основания будет больше листочков. Ну и добавим листочки между ветками сирени. Немножко они выглядывать будут. Теперь я возьму листочек поменьше и продолжаю делать отпечатки. Если вы видите, что оттиск листа получается недостаточно насыщенным, придавите его пальцами. Вот так. Ну как? Получился у вас букет? Можно добавить их побольше. И где-то посреди цветущей ветви. И по краям. Обязательно досмотрите это видео до конца. Там вас ждет сюрприз от меня. Я научу, как делать красивые брызги.
пока мы продолжаем работу над нашим букетом. Дальше мы будем работать тонкой кисточкой. Мы прорисуем веточки, некоторые листочки, добавим мелкие детали. Приготовьте тонкую кисточку. Мы можем использовать нашу палитру с зеленой гуашью. Набираем гуашь и прорисовываем тонкие изогнутые линии. Вы, наверное, замечали, что на цветущих ветках сирени среди цветов видны светло-зеленые веточки. Мы сейчас попробуем их обозначить. Да, немножко добавим веточек по краям, небольшие листочки. Вот здесь я добавлю листочек. И еще в нескольких местах. Эти маленькие листочки мы рисуем легкими движениями, аккуратными. Не торопимся. Посмотрите, подумайте, где еще можно добавить. Я добавляю почти на каждой веточке. Здесь тоже мне захотелось добавить листочек. Можно сделать почетче контуры наших отпечатков, да? Добавить где-то линии вот такие. Обязательно мы нарисуем стебли. Вот основные ветки, да? Основание нашего букета. Кстати, сломать сирень руками достаточно тяжело. И специалисты советуют пользоваться секатором или ножницами. Так вы не навредите растению. Работать кистью мы почти закончили. Теперь берем ватные палочки и фиолетовую гуашь. Ватной палочкой мы нарисуем цветочки. Вот так отпечатываем точечно. На каждой цветущей ветви можно в хаотичном порядке. Гуашь при высыхании становится светлее. Помните об этом, когда работаете с ней. Я добавлю еще немного и, пожалуй, на этом остановлюсь. Дальше мы будем работать светло-зеленой гуашью. Наносим ее на палитру, немножко разбавляем водой. И делаем отпечатки светло-зеленых листочков. К этому времени остальные листочки уже просохли. Обратите внимание, как я держу руку, чтобы мы не размазали нашу работу. Я держу ее на весу, над листом бумаги. Наша работа почти готова. Сейчас я вам покажу, как можно украсить любую картину брызгами. Это можно сделать с помощью кисти или зубной щетки. Нам понадобится палитра, стакан с водой, гуашь, зубная щетка и кисть. Перед началом работы обязательно нужно накрыть стол бумагой либо одноразовой скатертью и только потом начинать работу. Я закатила рукава, одеваю фартук. Будьте готовы к тому, что брызги краски будут на вас, на руках и даже на лице. Гуашь нужно разбавить водой. Мы берем, наносим на палитру, разбавляем водой. Достаточно жидкая консистенция должна получиться. Вот, и легким постукиванием по пальцу, либо по другой кисти, мы делаем такие брызги. И чем вы сильнее разбавляете краску, чем сильнее стучите, тем больше красочный салют. Есть еще один способ создания брызг с помощью зубной щетки. Зубная щетка дает эффект распыления. Набираем гуашь на щетку и начинаем ее расчесывать по направлению к себе.
теперь вы знаете целых два способа, как сделать брызги. Как вам, интересно? Хотите, что-то еще покажу? Внимательно посмотрите, что я делаю. Капля краски падает на бумагу и получаются красивые кляксы. Чем выше поднимаете кисть, тем сильнее брызги от капли. Вы большие молодцы, сегодня провели отличную работу. Мы очень ждем ваши рисунки. Присылайте их нам на почту.